Не нужно стоять в очередях, можно снять деньги в любой момент и получать доход на остаток на счете. Все это преимущество пенсионной карты от Россельхозбанка. О них и не только рассказывали всем желающим в отделении Пенсионного фонда России. В Россельхозбанке очень удобные пенсионные вклады и пенсионные карты. То есть мы вам можем открыть карту в нашем банке, и пенсия будет приходить на счет карты. Плюс у вас еще будут начисляться дополнительные проценты. В Россельхозбанк верите? Верю. Приходите к нам, мы вам откроем карту. А сейчас нельзя оформить? Мы можем записать ваши данные, оставить наш телефон. Все ясно, давайте. В рамках проекта «Безналичная Чувашия» сотрудники Россельхозбанка консультировали пенсионеров, как оформить карту и расплачиваться безналичным способом. Россельхозбанк традиционно играет значимую роль в обеспечении наших жителей республики банковскими продуктами. Свою задачу мы видим в том, чтобы жители республики, независимо от того, проживают они в городе или в деревне, сельской местности, чтобы все имели доступ к современным банковским технологиям, производили безналичные расчеты и пользовались карточными продуктами. Валентина Иванова на пенсии вот уже 20 лет и все по старинке пользуется сберкнижкой. Мне так пока удобнее. Мы по старинке пока привыкли. Ну, ногу со временем будем, если придет время, будем надеяться. Научимся, да. А вот Зинаида Михайлова уже оценила новшество. Теперь пенсия приходит ей на пластиковую карту. Очень даже удобно. Любое время можно пользоваться, снять. Тут не задумываясь, заявку не надо подавать. Пришли, сняли с банкомата и проблемы решили. Безналичные расчеты – это удобно. С их помощью клиенты банка могут переводить средства как между счетами в Россельхозбанке, так и с карты любого другого банка. Осуществлять интернет-покупки, оплачивать услуги связи. Открывать вклады и осуществлять платежи можно, не выходя из дома. А при покупке в аптеках по кредитной карте хозяина часть средств возвращается обратно на ваш счет. В Россельхозбанке заботятся о клиентах.